Всем добрый вечер! Вы на канале «Пиратская жизнь». Вкусная пиратская жизнь. Да, ребятки, это, как всегда, я, Нинок. Это, как всегда, Вован. Он тут водички наливает. Как сказать, бухлишка. 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 Сейчас бухнем воды. Грузинский водка. Грузинский водка, да. С газиками, газированный водка. Ребятки, чем Бог послал? Что-то порылась я по сусекам. Ничего готовить не хочу. Я тут вообще, знаете, загналась. Я тут винду себе обновляю. И что там? В сусеках я нашла остатки ежиков. В итоге мне достался, девочки, один. Большой. Один большой. Мне два. Да нифига. Я тебе положила. Вот, муж же любимый, я ему два положила. Он говорит, что два, да. Он, прикиньте, сейчас сел за стол, знаете, что говорит? Ох, сейчас попачкаю. Чего? Только попробуем. Кто чего? Только попробуем. В общем, гречку. Не будешь пачки, да? Гречку, девочки. Хотела сварить гречку, наконец я ее сварила. Один пакетик на двоих. Ой, да. Салат доедаем. И вот я открыла вот эти, вот знаете, это у нас белая фасоль. Грибы. С грибами. Да, давай, Вова, подожди. А, поближе себе поставил, молодец. Так, подожди. Ну, давай. Давай, фиксируй момент. Давай. Давай. Да, ваша любимая рубрика. Дурацкие картинки. Да. Вот знаете, вот я его каждый раз вот делаю, вот у меня куча эмоций. Такие сики, Вову сюда. Мне приходится иногда и кадры вырезать, блин, из видео, для того, чтобы, блин, чтобы хоть какую-то эмоцию на его лице, блин, найти. Такой человек безэмоциональный вообще. Ну-ка, покривляйся, вот как ты можешь? Ну, нет, ты вот им покажи. Эмоцию, давай. Страх. Вот сюда. Я не вижу, давай. Эмоция страха, давай. Да? Да, ну типа. У тебя, ну. Короче, ладно. Кушаем. Никого не слушаем. Я тут, прикиньте, загналась. Я тут Windows устанавливаю себе 11. Посмотрела сегодня видео, как вообще устанавливать. Кстати, вот опять же, хотела сказать спасибо нашим зрителям, которые, знаете, строят из себя экспертов, вот, и которые стимулируют меня изучать информацию. Я, говорю, вчера все сидела, изучала вообще устройство компьютера, вот, на самом деле это очень интересно, посмотрела, действительно ли подходит мне там процессор, видеокарта, там, материнская плата и так далее, вот, действительно, как бы все нормально подобрано, вот, и нашла вчера ролик, как установить Windows 11, вот, решила все-таки. Не установить, а обновить. Обновить, да, и вот сейчас сижу, обновляю. Сама нашла, где в биосе нажать кнопочку. Раньше, знаете, на самом деле, я постоянно, у меня что-то сейчас с компом, я сразу «Миша!» А сейчас в последнее время, знаете, на самом деле, в Ютубе, да вообще, можно найти все, что хочешь. Так что, если у вас что-то случилось, набирайте в Ютубе, как сделать то-то, как сделать это. Там все покажет, да. Главное, правильный запрос набрать, то все получится. Слушайте, как вкусно вот этот вот соус с гречей. Ты перемешал бы. А ты уже гречку спорол. То есть когда уже успел. Так что у меня там сейчас винда установится. Давай я. Белая фасоль. С грибами. Вкуснятина. Белая фасоль. На уровку. Она же падала бы. О, вот так вот. Неси. Понял? Честно, вот это вот новый абсолютно, вот этот вот, который на весельке я заказывал, и тот, ты, по-моему, уже умудрился один разочек его истряпать. А тебе как это, как ребенку надо, блин. А их две. Шмелярчик. Да. Да у меня там уже набор, блин, штук 6, по-моему, у меня разных. Каждый день новые стараюсь менять. Тем более, да? Ну, можно каждый день. Пачкой, да? Угу. А стирать ты тоже будешь каждый день? Кто пачкает, тот стирает. Причем ручками. Вчера уже его стряпал. И тебе. Вчера он сидел, застирывал за ним. А ему-то пофиг, он учесал, виляя задом. Задом. А чем? Хвостиком.
Хвостиком. Или попой. Сейчас, говорит, салат подрезала здесь еще. Чеки. Ты что-то мало осталось. Да. Что? А вы говорите, что ты за ним постоянно следишь? Девушки, за ним нужно постоянно следить. Вот одним глазом сюда, другим глазом туда. У меня косоглазие скоро забьется. Хорошо, его нужно контролировать. Да-да-да. Чего? Возьми себе и вот так вот ешь. Не знаю, ел? Он же издевается. Ты хороший человек. Сильно. Ургант. Играет. Играет. Вообще, знаете, я нашла видео, как собрать комп. Я вот думаю, может, без рая Мишу завтра жду? Пойду-ка я ночью соберу себе комп. Настрою. Вообще, на самом деле, ничего бояться не стоит. Любой навык можно себе воспитать. Я говорю, раньше реально все постоянно звонила. Сейчас легко все решаем. Сама. Нахожу. Это здорово. Хорошо развиваться. Я, знаете, всегда, когда знакомился, меня спрашивают, кем ты работаешь? Я такая, а я программист. Мишаня меня постоянно стебет по этому вопросу. О, программист. Я даже винду 11 смогла поставить. А ты Basic знаешь? Что? Что? В моем доме попрошу не выражаться. Ну, ты знаешь? Знаю. Да. В школе что-то изучал? У нас там была, типа, в 10 классе. И, типа, ой, я тоже помню, что шина. А, что же учили? Вот все это изучать. Учитель по информатике, угу. Вернее, учительница, угу. Которая кроме Basic ничего не знала. Я даже не помню. Мне по информатике всегда пятерки были. Угу, я тоже. Что-то тефтельник классный получил. Мы там купили еще это, говядинку. Что-то дорого, кстати. Купили 700 рублей, вообще очень дорого. Ну, такой вот мякоть. Вот, хотим завтра, хотя не завтра, а завтра у нас рыба. Кстати, надо сейчас достать рыбу, размножить. Какие-нибудь бистро будем делать. Вкусненький. Из говядинки. А что, сметане потушить? Потушить говядину, а потом сметане. Хочу что-нибудь, знаете, девочки, в этом в сливочном соусе. Там говядина тоже делается в сливочном соусе, а? Mm-mm. Почему нет? А как бы да? Долго тушится. Что ты кажешь? О, Вовчику включила телек, все. Чего включила? Где? Просто все. А что не было? Гляжу, салатик сколько осталось. Думаю, тебя прихватизируют. Я специально разделила, чтобы ты не нагрел. А вот фасоль буферная зона. Вот я и говорю. Надо скорее кушать, да? Сколько урвать, пока ты свой ешь. Грибочков белых. Вкусно так сделано вообще. И что, знаете, фасоль такая здоровая. Это и есть. Большая. Гигантская фасоль с белыми грибами. Я так понимаю, она просто в грибах такая. Тушеная. Не только. Ну, классно сделано. Интересная такая задумка. В принципе, рецепт можно искать. Что рецепт искать? Посмотрел состав. Примерно. На чем?
Например, что знаешь, что. И видишь, соль, она вроде как не теряла форму, но время мягкая. Плотненько, да. Осталось. Это плюс. Хватит нам усадят 5, да. На свой смотри. А вы говорите, я в его тарелку смотрю. Он сейчас 5 в мою. Чуть мало, что ли? Я тебе 2 тетельки положила. У тебя урвала. Мне кажется, вот если его не ограничивать, трескать будет прям замел душу. Потому что посадим Вовану вместе на диету. Да? Бесколбасную. Я тебя покусаю. Тебе тоже, кстати, не помешало бы. Ограничься немножко хотя бы еде. Мне нельзя ограничиться. Да ладно. Тебе нужно как это, по системе по Айн-Раневской езжать на пол ведра меньше. Мне, блин, нужно 5 раз в день кушать. Мне нельзя. Голодать. Ой, кто тебе, блин, заставляет голодать? Сейчас мы сядем сериал смотреть, опять что-нибудь хавать будешь. Я. Как вы, Стёп, всё? Верни буферную зону. Типа я ничего не делал, да? Чё я? А я ничего. Антон иной. На. Ну, видишь? Ешь. Пришел. Вижу, ешь. Ну, не хочу, я ешь. Я же знаю, что ты салат хочешь. Это ты хочешь, а да. Это ты не хочешь. Да, так? Отвлекаю твое внимание. Там маслинки все выбрала? Все. Да, еще помидорку. Еще и помидорку тиснула. Да? И маслинки все. Сейчас быстро вывеживаться, я три сырки заберу. Берите. Я огурчик заберу. Я. Я знала, куда бить. Это у тебя фасоль съел. Ты всю. Ешь, господи. Ну что, жалко, что ли? Я пойду себе, у меня это еще есть, ряженка. Поверь, с голоду не помру. Вот я почему-то могу встать, спокойно покушать что-нибудь, если хочу. Этот же, блин, будет лежать. Умирать с голоду, не пойдет, ничего сам не возьмет. Я не знаю, я тебя запугала, что ли? Ты все спрятала. Да, конечно, я все, девочки, я все спрятала. Так. Че? А? Как я могла все спрятать? Открываешь холодильник, блин, и все. Так. Че? У тебя тут заложник, потому что не носили, да? Продолжаем тему. Напомните, девочка, если вы подвергаетесь домашнему насилию, то делайте вот такой знак. Такой? Я тебе, блин. Международный знак. Так что кушай. Гречка вообще с этими тетелями прям шикарно. У меня жалко, только один пакетик остался. Вот. Сейчас сварила. Я хотела 2 сварить. Но смотрю, что-то вообще один. Я сварю вроде пакетик большой. Ну, разделим по-братски. Надо вообще гречку теперь купить. Тут у нас там куча риса басмати. Я посмотрела 2 упаковки. Да, тетим, макароны. А вот гречка закончилась. Греча — это вкусно. Я обычно не покупаю, потому что вам тут смысл уезжается. Не взяла. Там была. Так ты опять орать начал, что я там задержалась, не задержалась. Если я там еще пошла гречку искать. Так, когда мы лазили тогда. Я тут вообще разверещалась. Что, не помню, вот, да? Ну, завтра сходим. Что, последний день, что ли? Ой. Я не могу, я замучилась. У меня изжога такая после этой рыбы. Прям просто жуть какая-то. Ой, я этих брюшков наелась. На всю жизнь. Ой, сейчас он выпил таблетку микрозима.
Потому что прям не могу измучить вообще. Вот эти брюшки, которые там... Микронем что-нибудь поможет. Там, кстати, вот эти вот три головы было. Прям таких, знаешь, крупных, хороших. Хочу все-таки, знаете, девочки, сделать какую-нибудь заливную. Кило 200. То есть три головы, сколько получается? По 400 грамм. Каждая. Так. Ты оттяжку сможешь делать? Если я не смогу, ты сможешь. Оттяжку, слова какие модные. На. Ну и все, по брязке. Вот сердце отрываю. Сама не беда. Тебя откармливаю. Правильно? Я буду худее, он толще. Где-нибудь встретимся. Да? И тебя. Как было 8-8. Так и будет. А если ты давно, кстати, не взвешивался? Я-то вот взвесилась, а ты вот нифига. Да. Хочешь меня взвесить? Да. Давай прямо сейчас. Как раз ты нажрался. Свой вес будет прям ух. Далеко не 88. Ты боишься? А что, давай прямо сейчас. Для тех, кто смотрит до конца. Пойдем сейчас взвесим. Все равно поели. Взвесим. На что? На щелбан. Не, не, не. Ну а что ты хочешь? Давай. Если будет 89, уже не считается. Чего? Считается. А давай, давай. Пойдем. Так, ребята, не отключаемся. Пошли. Так, сейчас посидите. Сейчас я вам поставлю весы. И взвесим. Для тех, кто смотрит до конца, не забывайте лайки. То есть я поел, теперь надо взвешивать, да? Да. Редиск. Весы. Редиск. Злая. Да. Ты злая редиск. Конечно. Так, ребята. Да. Ать, куда побежали? Ать, все, так, лишь. Фиксируем ноль. Кто говорит, что у нас весы подкрученные? Ноль, блядь. Извините. Так, давай. Так, одна нога, ляжка весит. Опа. 66-68. Так, 68. 68 килограмм, только одна ляжка. Да, да, да. Ну давай. О, давай, давай. Все. Драй. Давай. Кш-кш-кш. Все, давай. Итого. 89 500. Поел. Поел. Минус полтора, итого 89 8. Ой, мне страшно тогда вставать. Че ты сразу прибежал-то? Чего? 89 500. Я покушал. Ну я тоже покушал. Утром я сколько весил? 114. Это сейчас вчера бежишься. Ну короче. Че, вставать, не вставать? Давай. Не, ну сейчас опять скажешь, у меня весы подкручены. Да, давай, вставай. Так, смотри, во. Я худышка вообще, вон, 43 килограмма. Нифига, он тебя прыгает, видишь? Значит, да. Ты не полз? Встала. 36. Встань, о, полностью. Давай. На. Лапку. Поднимай лапку. Какую? Заднюю лапку поднимай. Да, во. О, видишь, они даже сломались. Во, видишь? 115. Во, а говорил 114. Так это вчера было, да я тоже трескала. Да. Я 115-300. Так ты смотри, сколько мы сейчас пароли воды выпили. Да. Так что будем считать... Так что у меня 88. А у меня так... Нифига не 88, у тебя 89 500. С какого-то вдруг? Хорошо, завтра 88, тогда еще взвесим. Давай, завтра. Еще забились. Ой, извините. В общем, ребятки, всем всего хорошего. Вот. Как говорится, спорьте, играйтесь. И не жирнейте. А если жирнейте, то жирнейте вместе. Даже так веселее. Все, всех любим, всех целуем, всем хорошего настроения. Увидимся в следующих выпусках. Всем спасибо, всем. Пока-пока.